Так, ладно, вот сейчас точно последний видос со звуком. Сейчас я ему предложу бойца. Пусть, блядь, берет обратно Мэка, а то что он, блядь, выебывается. А, вот. А я не хочу идти сейчас на высокие кубки, потому что я только что играл, блядь, с рандомными, было очень тяжело. Так, и, собственно, нужно как бы, ну, обновиться немножко. Бля, как давно я ждал этого момента, пиздец. Аж писечка пристала. Давай, лети на меня, сука, туда его. О, блядь, у меня обои с этим скином, нахуй. Не буду сейчас рисковать сворачивать экран, потому что мне ебёт заново записывать приветствие. Плюс она может не сохраниться, как я скин брал. Но, в общем, не суть. Я беру бабочку Пайпер и жму готово. Все. Потому что баг ебучей текстуры все равно его не отобразит здесь. Отобразит только, когда я выйду из тьмы. Сука, я играю на Пайпер, заебал. RT я только что допушил до 300, просто видел, что мне осталось там, по-моему, 40 где-то кубков. Я такой вышел из ванной, смотрю на это и такой, ебать, ну я хочу Пайпер. Я вспомнил, что за 15 ранг дадут 300. И такой, блядь, Мирону 300 с чем-то не хватает. Всего, то есть 200 с чем-то там, то есть копеечками. И 300 мне как раз хватит, блядь. И я такой, ебать, ну это вызов, нахуй. Бабочка полетела туда, ее, блядь. Пау, пау. Блять, очень сложно играть после арти, на самом деле. Пошел нахуй, животное. А, блять, это же, блять, не арти с гаджетом на метку. Ладно, похуй. Вайпер тоже есть метка. Только это ульта. Жаль, он слишком умный для этого мира. Да раз. Ой, Эдгар, хорош, правильный выбор. Блять, запомнил, что у меня гаджет, да? А, не тиммейт, я понял. Походу. Ладно. Ебать, конечно, охуенно играть на Пайпер еще и... Давайте я офну звук. Тоже, мне кажется, было качество звука очень говно до этого. Сейчас я записываю свой охуенный голос, который, наверное, меня в записи просто выбесит. Но... блядь, дерьма куски. Куда вы, блядь, заныкались, нахуй? Чё вы, блядь, это поможет, нахуй? Нихуя вам это не... Ладно, блядь. Иди нахуй. Так, заходим и съёбываемся ультой, правильно? Правильно? Да. Охуенчик, охуенчик. Так, мув выполнен. Наш превратился. Блять, сука. Надо похилиться. Чё там, блядь, 12 банок? Ну, давай попробуем. Ебать, он пошел хорош. Я подойду вплотную. Блять, не получилось, сука. Кал. Главное, чтобы она не заманипулировала мной. И так, похуй. Я долбоёб. Нельзя было подходить близко к ней, я, блядь, хотел гаджет, сука. Ладно, похуй, похуй. Первое не взяли, хотя могли, главное, взяли второе, да и поебать. Наверное, еще карточку другую чисто скином понаслаждаюсь, и все. Вот, ну, блядь, я вообще в ахуе, на самом деле, из-за того, что у меня, в принципе, сейчас плюс-минус получается попадать на Пайпер, потому что, ну, я еще не катал на этом скине даже на Нулсе, чтобы не портить впечатление. Я видел только, как на нем катают все, кто его выбили, блядь, раньше меня, и так завидовал, пиздец. Наконец-то он у меня, я прям... Ух, блядь, да. И не зря, я на самом деле не хотел его так сильно прокачивать, я думал, ну, типа, 9-й максимум сделаю, но когда-то я тогда, я увлекся, у меня были ресурсы, такой, похуй, сразу на фул. Блядь, осталось, наверное, сейчас осталось, блядь, месяц до конца сезона, возможно, я попытаюсь выбить этот скин еще на одном аккаунте. Я не уверен, если честно, буду ли я этим заниматься, но пока что... Но, возможно, сделаю. Потому что скин реально достойный, блядь. И, ну, типа, можно и попотеть на него даже на твинка. Хотя бы одного твинка. У меня их до хуя, конечно, но... Хотя бы там, я не помню, на каком-то твинке я сделал 11-м Пайпер. И если я выбью еще на втором, возможно, задумываюсь о третьем. Типа, о полены, типа, походу. Я не помню точно, на каких никах я что ставил. Ебать, я мансю. Блядь, как бог. Так. Надо, блядь, их обоссать, потому что, ну, они охуели реально, ну, типа, по факту охуевшие. Смотрите, мув.
Блять, тупая шалава, ну ёб твою мать. Мой тиммейт до сих пор ульту набить не может. Пиздец. Ну съебись, не как-то зигзагами, ты по прямой бежишь против пчелы, ебанат. Ну, блядь. Ладно. Бывает, бывает. Ладно, я тоже слился, конечно, как лох, но типа, блядь, говно. Ладно, давайте ластовую, я не хочу затягивать этот видос вообще, в принципе. Я вот, ну, блядь, 5 минут это мало, конечно, вот ладно. Может быть, еще одну после этой сыграю. Просто ебет мне записывать с ебалом, если честно. Ну, блядь, ну, я на самом деле реально доволен скином. Можно вот сейчас вот две катки и реально уже идти готовиться ко сну, потому что и так время затянул, пиздец. День завтра будет очень сложный. Я в рот это ебал. Вот. Тиммейт у меня говно, я реально ластовую катку, скорее всего, играю. Там что-нибудь побежу и все. Ну, попадать, как видите, я научился. Может быть, буду делать пуш. Ну да, нихуя не сделал, зато дизлайки даешь, гений. Иди нахуй, Мортис. Иди нахуй тоже, блядь. Ебать, красиво, Тиму убили, конечно. Он еще и превратился, заебись. Давай, давай, ебашить их нахуй. Пока ты в роботе. Так, молодец, красавчик. 9 банок, уже неплохо. Неплохой старт, я считаю. Так, 10-я баночка пошла. Ебать, это прям как я сегодня. Первая пошла банка, вторая банка, блядь. Сколько я уже банок скурил, даже со счета сбился. Так, ой, бля. Хорошо, что тапнул, молодец, Свят. Ура! Топ-1 гаджетом хочу, убить гаджетом хочу, блядь. Ладно. А, у меня гаджет был в ходе, я походу им попал. Ну и хуй с ним. Ладно, давайте вот теперь точно ластовую. В принципе, топ-1, можно еще один взять. И заканчивать. Бля, мне нравится, даже вживую могу видос записывать, я в ахуе. Геймплей, ебать. Контент, как говорится, контент. Снимаю, качественный контент снимаю, ебать. Кал снимаю. Блять, ну, ебать имбовый скин, конечно, золото-черный, пиздец. Бабочка, анимация, ну, сука, просто конфетка. Я очень рад, что я не купил, блять, Эша. Эш, конечно, тоже охуенный, но, блять, по сравнению с этим, ну... Хуйня ебаная. Ну, что Эш не секси, а этот секси. Так, ну и типа Эш... Пошёл нахуй. Эш, да, он прикольный, радужный под стилистику этого самого базеты. Ну, типа... Ты тупая пизда, охуела, блядь? Ты думаешь, ты таким гейским мувом нас убьешь, блядь? Ну, вообще почти убил, да. Пизда. Иди нахуй, Динамайк. Ебать, ну он почти смог. Если тут были в кустах кто-то, то... Иди нахуй, животное, блядь, тупое. Ну, отлично, их добьют. Я их добью нахуй сам. Нет, 9 банок, это, конечно, хорошо, но... Блядь, сантиммейта нихуя нет. Бомж. Так. Да соси ты хуй. Ебать, я хорош. Ебать, ну это было близко. Он съебался, ладно. Так, я ваншочу на большом расстоянии, особенно с кустов, чел. Типа, помни об этом. Блять! Сука. На, нахуй, пошел. На, ты тоже нахуй пошел, долбоёб. У меня слишком много банок, чтобы ты меня даже перетапал, чел. Жалко, блядь, ульты Мэнди. Нет, я бы сейчас... Жалко, это не Мэнди, да. Я бы сейчас ёбнул бы хорошо. Ай-ай-ай-ай. Больно, неприятно. Ебитесь от меня. Пожалуйста. Да, Джанет, хорошая попытка. Бля, офигеть, я понял, что это Джанет. Я бы не узнал. Так. Окей, нужно, блядь, от поджога избавиться. Ну, съебусь, потому что другого выхода нет, гаджеты. Да, и сливаюсь. Ну, конечно, он превращается, но он не убивает, блядь, их двоих, потому что, ну, пиздец. А, блядь, ладно. Тут была сложная битва, но второе место тоже неплохое. Я говорил, что ласт. Значит, ласт. Так что мне пора, удачи. Спасибо за игру. Вот. Все, поиграли, покатали, блядь, скинчик получили, ебать. Ну, ах. Не, чел, я же, блядь...
Короче, я думаю, может быть, сейчас пару каток сейчас катаю, но вообще... Ладно, давайте последнюю на RT. Скина, к сожалению, не видно, она будет видна в катке. Гоу ластовую. И тогда уже точно все, 10 минут, в принципе, я планировал 10 записать, начал прощаться, да, блядь. Вырезать мне лень будет, как-то прощаюсь, поэтому... Второй раз прощаться не буду, просто в конце катки закончу видос. Считайте, это прям last-last. Я уж попрощался, всем спасибо, кто смотрит полностью, не перематывает. Вот, я знаю, уверен, есть такие люди. Хорошо, что метка ставится на ящик, кстати. Это удобно, это приятно. Вот вам гаджет, блядь, сударь. А, я сдохну. Ну, чел банки фармил. Да, грустно, что я сдох. Конечно, ты, блядь, не пошел со мной нихуя в центр, но, блядь, грустно, что я сдох. Ты, блядь, банки на мэг фармишь вместо того, чтобы ульту фармить. Ты, блядь, вообще на мэг играть умеешь, сука? Походу нет, нихуя не умеешь играть на мэг, блядь. Вкачал, но нихуя не научился пока. Вот тебе звук тут. Так, если ты со звуками, конечно, играешь, блядь, сейчас. Блядь, на Пайпер как-то покомфортнее было вообще. Животное ебучее. Понимаете? Ну, типа, я ставлю метки, но дамажить по ним некому, а сам по ним я дамажу так себе. Так. Я все-таки, блядь, саппорт, ебать. Его в рыло. Ну, все. Но он превратился хотя бы, может быть, он сейчас не сольется. Но это очень вряд ли. Он, блядь, как долбоеб сыграл. Абсолютно как долбоеб. Он должен был сейвиться, блядь, или идти на одну из тим. А он пошел, получил пизды от одной, получил пизды от другой. И, короче, я считаю, пошел он нахуй. Я тогда завершу. Завершу вот так. И удачи. Блядь. Немножечко, блядь, подтоксичу. Ну, потому что, ну, заслужил чел, реально. Слил нахуй. Я тоже, конечно, сливался, но, блядь. Он бы мог на Мэг и лучше сыграть, реально. Ну, согласитесь. Так, я говорил, что без прощания, но я пиздобол. Сорян.